Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова сели на проекте Мазин Хули Плей. Это первый сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам было легче начать играть, конечно же, вводите мой промокод PISCHE/MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. А сделать это очень легко с помощью квестов. Вы получаете бабки, покупаете себе квартиру, машину, одежду и с кайфом просто играете на данном проекте. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу тачку, которую я себе наконец-то вернул. По сути, это немножко такая легендарная машина, которая мне очень сильно нравится. Я думаю, вы уже догадались там по превью, по названию, но суть ролика будет не только в этом. В этом ролике я вам покажу эту машину и расскажу, почему это самая лучшая машина на проекте за эти деньги. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся до Нового года сделать 22 тысячи подписчиков. Я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, это, конечно же, мой любимый, просто замечательный гелик, который был у меня летом, который я потом в итоге отдал Америкосу, и сейчас, спустя несколько месяцев, я обратно себе его выкупил, пацаны. Наконец-то я вернул тот самый гелик, потому что я считаю, пацаны, это очень крутая машина. Да, вы скажете, уже был гелик, как бы, у восьмерочки, такой же самый, с таким же тюнингом. Но, пацаны, как бы это совсем другая машина, по сути, для меня, потому что я на нем очень долго откатал, на нем пробег 35 тысяч километров, а это как бы немало, пацаны. То есть, да, это как бы не 100 тысяч километров, как на Мурке. То есть, Мурка и Магнум такие более легендарные машины. Как бы, да, Мурка и Магнум это более легендарные машины, которые у меня находятся намного больше, чем был у меня этот гелик. Но, пацаны, я не знаю, мне очень нравится этот гелик, вот конкретно этот гелик на этих номерах. По сути, я этот гелик купил чисто из-за номеров и чисто из-за того, что он у меня был когда-то. Давайте я вам покажу, в принципе, карпас. Я думаю, многие этот гелик помнят, я просто на нем катался. Как бы, ну, реально, тачка, пацаны, по кайфу. И эти номера смотрятся реально очень круто на этом гелике. Я свой гелик продал, кстати, за 95 миллионов. Гелик я продал за 82 миллиона, и номера я отдельно продал за 13 миллионов.
миллионов. И купил вот этот гелик за 120 миллионов. То есть я его продавать не планирую, пацаны. То есть все. Вот я его купил обратно, все, он у меня будет просто до конца моей игры. Три владельца. Как бы вообще новая тачка, можно сказать. По тюнингу здесь все по-простенькому. Я планирую в будущем сюда поставить еще третий чип. Мне первого чипа, в принципе, с головой хватает. Но в планах, если будет возможность, я сюда поставлю третий чип. Почему? По сути, это самая лучшая машина на проекте. Эту тачку можно купить за 5 миллионов, потому что она там в контейнерах есть, там в рулетке. И у нее госка, по-моему, с рулетки, если не ошибаюсь, 5 миллионов рублей. То есть эту тачку реально можно спокойно купить за 5 лямов. Потому что их постоянно продают, эти гелики, их постоянно продают. Вот даже сейчас можно поехать на Ашик, и там по-любому будут продавать гелик с гоской 5 миллионов. Почему, пацаны, гелик — это самая пиздатая тачка? Потому что, во-первых, она всем нравится, во-вторых, за свои бабки она очень хорошо едет, это 242 км в час, и она вид имеет просто, реально. Вот, пацаны, вы даже подумайте, вот что вы купите за 5 лямов, чтобы реально с кайфом ездить? Ну, там, допустим, М5 можно купить F90, BMW M5 и 60. Ну, пацаны, да, это тоже очень хорошие машины, но гелик, знаете, он всегда выглядит дорого. Он всем нравится. На нем как бы можно и просто кататься с пацанами. Ну, то есть с кентами. Можно и работать в такси, например. То есть это реально такая универсальная машина, которая подходит для всего. Чтоб по оффроуду поездить, чтоб просто погонять, подрифтить. Даже смотрите, пацаны, вы просто регистрируетесь на сервак, вводите мой промокод, проходите квесты. За квесты тоже получаете бабки, донат. И все, пацаны, дело в шляпе, понимаете? То есть если вы не играете на проекте, вы просто делаете то, что я сказал, и все. Все. И через неделю у вас вот такой вот гелик. Поэтому, пацаны, все в ваших руках. То есть, да, вы скажете, можно там старый гелик купить за 3 ляма. Ну, блядь, это не то, пацаны, блядь. Старый гелик, он уже старый, понимаете? Ключевое слово старый. А вот этот гелик, сука, он выглядит дорого, понимаете? Он выглядит пиздато. На нем можно и бочком ебать, и рачком просто. Это самая пиздатая машина, я считаю. Вот реально, это самая пиздатая машина на проекте. Как бы она и недорогая. Особо она недорогая. И как бы, ну, блять, ебашит хорошо. И подходит для многих задач, пацаны. То есть тачка, ну, реально за свои бабки просто ракета-пушка, блять. Раньше у меня там было около 12 машин. Но знаете, что я вам скажу? Вот все машины мне просто надоедают. Мурка там, остальные тачки, которые на нем были, они мне всегда надоедали. А вот на гелике я могу покататься в любое время. Он мне никогда не надоедает. Гелик — это реально такая тачка, которая тебе не надоедает, и ты на ней можешь ездить постоянно. Вот за что она мне нравится, понимаете? Просто еще и с нитросиком вообще ебать. Ебашит мама мия просто. Понимаете? Максималка 247. С первым чипом, пацаны. С первым чипом, ебать, 247. Бля, Федя Чуб всем раздал, короче, этот неон. И все теперь на нем ездят. Смотрите, дальнобойщики просто все гоняют. Но я, как всегда, пропустил самое интересное, походу. Я поехал в ИСТО, думал, уже в ИСТО добавили неон. Думаю, нихуя себе, ебать. Думал, уже, блядь, надо покупать. Думаю, ебать, нихуя себе, думаю, добавили, походу. Думал, уже, ебать, обнова вышла. Думаю, ебать, нихуя себе, думаю, поспал, ебать. Ну, реально, многим, кстати, неон выдали. Сейчас решим вопросик, ебать. Да ты что, ебать? Заправим кентику, ебать. Мотоцикл пусть, ебать, катается. О, сука, давай, блядь! Ууу, сука, штант, ебать! Полетел, ебать! Ох, ебать! С неончиком ебашу чисто, ебать! Ааа, нахуй! Ебать, валит! Валит хуйня, ебать! Ты что, дядя? Пацаны, я извиняюсь, просто настроение хорошее, как бы. Ааа, блядь! Полетел, блядь, родной! Вот это, ебать, мощь, нахуй. Сука, я обожаю тоже мотоциклы, пацаны. Извиняюсь за мои бурные эмоции, ебать. Только проснулся, ебать. Настроение просто, сука, охуенное, нахуй. Просто, ебать. О, сука. Нацапай, ебать, пошла, родная. Ууу, сучка. Ууу, блядь. Ох, ебать, аккуратно, нахуй. Нормально, чисто газуем, ебать. На уверенных движениях, ёпта, ебать. Ладно, на-на-на, ебать. Ты шо, сучка? Ебать, у меня штрафы уже. Ладно, полетели на Нашан, ебать. Полетел, ебать. Родная, сучка. Ух, вот ситечку ебется, родная. Давай, 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 ебать. Родная, газуй. О, вот ситечку уперся. Все, пацаны, габела, нахуй. Бля, скорее бы, пацаны, уже обнова реально вышла. Я прям обнову очень сильно хочу. Там реально дохуя чего добавят. Просто контент, пацаны, будет выходить каждый день. Вот выходит обнова, ебать. Я буду видосы ебашить, блядь, по 3 в день, нахуй. Вы охуеете, вы заебетесь смотреть, я вам отвечаю. Буду ебашить, что папа Карло, ебать. Не, если серьезно, то реально скоро должна обновка выйти. И в моих планах реально записать много контента для вас.
вас. Постараюсь каждый день видос выпускать. Про 2-3 видоса я пошутил, понятное дело, это долбоебизм будет. Хотя, блять, можно было бы, но это будет сложно, пацаны. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Пошел ебать! Вот это аппарат, ебан, стоит. Да, ебан, ты шо? Аппарат, ебан, заряженный нахуй. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, на этом можно заканчивать ролик. В принципе, мы в этом ролике обсудили и обнову, и гелик, и я вам рассказал свое мнение про гелик. Реально, за эти бабки вы ничего лучше не купите. Поэтому, если вдруг у вас будет 5 миллионов, и вы будете думать, блять, что же мне купить? Берите просто гелик, и вы не пожалеете, реально. За эти бабки лучше машину вы не найдете. Все ссылочки, пацаны, есть в описании, как начать со мной играть. Вводите промокод, заходите на первый сервачок, я вас примю в семью. Будем вместе играть, кайфовать. Всем пока-пока.